идея проведения таких открытых прокатов для публики? Насколько приятно выступать в такой атмосфере? Ну, я думаю, для публики приятно посмотреть и увидеть снова любимых спортсменов. Для нас это определенный этап тренировки и проверки себя, проделанной работы. Проведенной работы над ошибками прошлого сезона. Услышать отзывы о своих программах от специалистов наших, от нашей федерации, услышать мнение, то, что это полезно. Саша, если я не ошибаюсь, музыка не раскрывалась до последнего вашего программы. Почему? Ну, мы как бы никогда о ней раньше времени не говорили. Все прошлые сезоны. Если у всех пошел тренд говорить раньше, но мы решили придерживаться своей позиции. Почему лучше? Небольшой эффект неожиданности всегда полезен. А не боитесь, что вашу музыку кто-нибудь уведет, там тоже будет какая-то Был такой момент, я уже видел одного парня, ну, другую навеску, но тоже музыку. Но ничего, мы все разные фигуристы, я по-своему делаю эту программу, катаю, чувствую ее. Ну, и я буду показывать зрителю ее так, как вижу я, как видит моя команда. Надеюсь, зритель оценит. Готовка этого сезона, основные акценты на что делали? Занимались всем. Всем и технической частью, и работали над второй оценкой, уделили огромное количество времени своим программам, именно переходам, связкам. А сейчас еще надо услышать, что скажет наша федерация, как она оценивает эту программу, как она смотрится на большом зале, на больших трибунах. Поэтому сейчас все это узнаем. Но считаю то, что, по крайней мере, зрители очень тепло приветствовали и хлопали во время программы. Было очень приятно. Установщики? С короткой поставил и Албен Аденко, и Максим Ставицкий. Спасибо им огромное. Очень нравится программа, очень нравится им работать. А произвольно? Произвольно завтра. Ты прям засекретился. Да. Все равно, что там осталось-то, Саша? Ну ты, я про то, что осталось-то чуть-чуть. Все ясно. Ладно, тут четверный какой? Да. Короткий, короткий. Максимальный? Сколько и какие? Сколько? Много. Разные. Но по это... Прокаты — это все-таки больше тренировка, как мы сейчас смотрите вам и рассказывать о том, что я хотел бы делать в дальнейшем, тоже не хочу. Но сейчас коробка я старался сделать связку на сайте. Да, в хорошем состоянии. Здесь все прыжки готовы. Просто немного нужно сейчас поймать опять этот момент соревновательный. Втянуться в него и будет намного легче в дальнейшем. Это на самом деле важный момент, да? Так, я думаю, для каждого спортсмена это важный момент, потому что за время межсезонья немного уходит этот момент собранности, умения сконцентрироваться, немножко забывается, как и занятие любым делом. Сейчас нужно эти прокаты, тем более, способствуют восстановлению этих моментов. Вам вот, ну, вот по прошлым сезонам осталось такое ощущение, что вам действительно нужен такой вызов, чтобы появился драйв, как будто вам нужен адреналин для максимального проката. Прошлый сезон был на холодном сердце тяжелее. Скажем так, прошлый сезон был очень насыщенный, да, и который многому научил меня, нашу команду. Сейчас мы все, что нам нужно было, извлекли из прошедших сезонов, из прошлого сезона. Стараемся все это послать в нужное русло. Саша, насколько вы переживательный человек перед соревнованиями? Насколько вас нервы прям могут где-то что-то подкосить, чуть ли не сорвать? Не могут. Странно. Не, ну просто есть люди, которых нервы просто все. Они срывают все. Спокойно, как примерно. Спасибо.